Откликнулся ли на твой зов сын Золтуса? Даже прирученный волк не может не откликнуться на зов из леса. Лишь бы этот зов был и громок, и настойчив. А был ли он громок и настойчив? Тебе сейчас так же трудно, как мне, когда я толкую знаки замолксаса. Ты их побьешь в сражении? Они бывали биты, но побеждены не были ни разу. Они очень упорны, очень сильны, очень жадны. Их очень много. А ты же знаешь, от них можно откупиться золотом. И за что? Тот, кто отдален от людей и суеты, все видит глубже, чем живущий в суете и с людьми. И унять свою гордость иногда бывает труднее, чем одержать победу в неравной битве. Ты же сильный, Децебал. Так подумай, не следует ли тебе унять свою гордость? Я подумал. Но ведь если примирить свободных людей с тем, что они могут жить в подчинении чужой воле, мы станем рабами. Но если мы будем сражаться так, чтобы в грядущие века наше мужество и отвага стали укором для всех, кто не устоит и склонит голову перед врагом, мы выживем и победим. И наша земля будет нашей, какие бы бури над ней ни бушевали.